Если сегодня на работе вас ждет важное, ответственное деловое мероприятие, то согласно нормам деловой этики вы ни в коем случае не должны надевать брюки или брючный деловой костюм. Я советую нашим уважаемым зрительницам, конечно же, останавливать свой выбор на платье или юбке. Это абсолютная тенденция, которая уместна для деловой сферы. В данном сезоне, конечно же, клетка не теряет своей актуальности. Сегодня мой выбор пал на гусиную лапку. Этот классический принт никогда не выходит из моды и сочетается практически с любой внешностью. Цвет серый, который, безусловно, гармоничен в офисе, не делает образ скучным, потому что мы дополнили его достаточно романтической блузой. Блуза также абсолютно актуальная в данном сезоне, так как это машинная вязка и шерстяная пряжа. Серый брючный костюм – это незаменимый помощник в деловой сфере каждого бизнесмена и бизнес-леди. Конечно же, серые оттенки – это универсальный вариант для повседневной деловой сферы. Вы можете использовать подобные образы практически в любой сфере, не только консервативной, но и коммуникативной и креативной. Я дополнил данный комплект головным убором, который называется «Ньюсбойка». Это кепка мальчика, который продает газеты, ретро-стилистика 30-х годов. Сейчас это все очень популярно, такие ностальгические настроения. Помимо серой гаммы в офисе также допускаются синие и коричневые оттенки. Синий оттенок идеален для мероприятий на самом высоком бизнес-уровне, встречи с важными клиентами, с важными партнерами. Коричневая гамма выглядит более лояльно и дружелюбно. Она помогает сглаживать углы и создавать более демократичную атмосферу в офисе. Поэтому такой комплект является коммуникативным, но в то же время очень деловым и сдержанным. Что может быть более подходящим для повседневной офисной работы, как не твидовый жакет двубортный в стиле Коко Шанель. Дополнили его остро модными кюлотами и получили очень женственный и в то же время современный деловой образ.